супругов Левашовых. Неоднократно они занимали призовые места и лауреатство на таких очень уважаемых фестивалях авторской песни. Вот. И я прошу подготовиться ваших, вот после этого дуэта, наших красавиц из клуба «Скандинавской ходьбы». Но я еще их объявлю отдельно. Итак, Юлия и Вадим Левашовы. Начнем мы с песни нашего друга и неоднократного гостя «Омнинской ноты» Алексея Бардина из города Полтава. Он был нашим гостем, он приезжает к нам на свои сольные концерты и пишет замечательные песни. Называется песня «Радио Мексика». По воле небес под немилосердным солнцем в мешках тусов и чудес живет молодой мучачо. В кармане его дыра, там вольно гуляет ветер, сомбреро на нем горит, Мексика колорит. Сердце в груди, не спеши, погоди, придите одной Мексикой. Сердце мачо грело текила, одеяло ночь укрывала, смерть сомбреро все дела вила, угрожала, но не поймала. И от Мехико до Сеула нет еще такого амбала, чтобы поднял мачо на вилы. Но мамой клянусь, бунгало его пустует, осиротело, суровый и волевой, единая душа и тело, ведут его небеса, навязанную судьбою, сомбреро на нем горит, Мексика колорит. Сердце в груди, не спеши, погоди, бредить одной Мексикой. Сердце мачо грело, текила, одеяло ночью укрывало, смерть сомбреро все дела вила, угрожала, но не поймала. И от Мехико до Сеула нет еще такого амбала, чтобы поднял мачо на вилы. Мамой клянусь, но однажды в ночи, когда догорит сомбреро, в кромешном дыму появится Донна Белла и станет светло, как днем, от пламени губ горячих. Сомбреро пока горит, Мексика говорит. Сердце в груди, не спеши, погоди, придите одной Мексикой. Сердце мачо грело, текила, одеяло ночью укрывало, смерть сомбреро все дела вила, угрожала, но не поймала. И от Мехико до Сеула нет еще такого амбала, чтобы поднял мачо на вилы. Мамой клянусь.